Почитатели таланта Сергея Есенина. 3 октября великому русскому поэту исполнилось 125 лет со дня рождения. Не найдется, пожалуй, в послереволюционной российской поэзии фигуры более яркой, знаменитой и более трагичной, нежели Сергей Есенин. Крестьянский сын, он принадлежит к числу тех поэтов, чье творчество нравится многим. Есенин прожил мало, но успел много. Его стремительный жизненный путь начинался в стране березового ситца, на Рязанщине, в селе Константиново. Я, Сергей Александрович Есенин, родился 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии. Отец мой крестьянин, Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Федоровна. Мне кажется, что нет такой русской народной песни, которую бы не знала моя мама. Фамилию свою отец писал не Есенин, а Ясенин, и считал, что она происходит от слова «ясный» и «ясень». Отец в детстве пел в церкви на клиросе и через всю свою жизнь пронес любовь к песне. Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По воскресеньям рассказывал мне Библию и священную историю. Бабка, которая меня очень баловала, таскала меня по монастырям. Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Родовецкий монастырь, который от нас в верстах 40. Я, ухватившись за палку, еле волочу от усталости ноги.
а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». Среди мальчишек я был коноводом и большим драчуном, и ходил всегда в царапинах. За зарство меня ругала одна только бабка. А дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говаривал бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так крепче будет». Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад, со счастливым концом. А стихи стал писать, подражая частушкам. Наша Константинова было тихое, чистое, утопающее в зелени село. Основным украшением села являлась церковь Казанской Божьей Матери. Слева от храма стоял дом священника, отца Ивана. Я часто бывал у него, за что меня прозвали Серега-монах. Да и изба наша располагалась прямо напротив церкви. Из наших окон было на что посмотреть. Перед глазами расстилались заливные луга, без конца и края, до самого леса. По лугу широкой лентой раскинулась ока. Синее небо чашей опрокинулось над нами. Вплотную к церкви подходило имение помещицы Лидии Ивановны Кашиной. В юности я был влюблен в нее. К недовольству моей матери часто бывал в барском доме и даже сочинял хозяйке стихи. Кашина стала прототипом героини моей поэмы «Анна Снегина». Учиться я начал в своем селе. В четырехклассной школе проучился 5 лет. Зазарство в 3-м классе оставили на 2-й год. Зато по окончании школы я получил похвальный лист. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя. И потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу в селе Спасклепики. Когда отвезли меня в школу, я страшно скучал по бабке и однажды убежал домой. Дома выругали и отвезли обратно. 3 года я томился в этой тюрьме. Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковно-славянского языка. Правда, за время учебы я перечитал всю классическую литературу. Чтение стало моей настоящей страстью. Я перестал спать по ночам. Все читал и читал. А когда книги в библиотеке заканчивались, старался всеми правдами и неправдами выманить книги у своих друзей. Тогда же я пристрастился к сочинительству. Последний поэт деревни, как называл себя в одном стихотворении Есенин, с настоящей деревней был связан мало и недолго. Но это в нем было настоящее, на этом он стоял. И это в конечном счете питало его поэзию. У каждого человека в глубине души живет мелодия, будь то мелодия стихов или песен, мелодия осеннего дождя или яркого солнца, мелодия дорогих воспоминаний или близких людей. К
К ней человек обращается в минуты грусти, в минуты испытаний. Она помогает человеку быть самим собой, жить мечтой. Она украшает его духовный мир. У многих людей таких мелодий несколько. Послушайте, и вы услышите их в себе. Грустно. Вдруг захочется взять томик стихов Есенина и, зачитавшись, услышать мелодию своего сердца, увидеть красоту людей, природы. Запели тесаные дороги, бегут равнины и кусты, опять часовни на дороге и поминальные кресты. Опять я светлой грустью болен от овсяного ветерка, и на звездку колоколен невольно крестится рука. О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить ты на туманном берегу, но не любить тебя, не верить я научиться не могу. И не отдам я эти цепи, и не расстанусь с долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. Есенин был удивительным человеком. Его стихи обладают редкой способностью создавать атмосферу красоты и грусти, красоты и любви. Читая стихи Есенина, невольно рисуешь себе удивительные картины природы. Иногда кажется, что стихи поэт писал только для себя и для меня. Только для меня одной. В них любовь и тоска, радость и разлука, отчаяние и надежда. Лирика поэта будет жить всегда. В шуме берез, в свете солнца, в пении птиц мы будем слышать ее мелодию. Сергей Есенин – это вечное. К вершинам поэзии Сергей Есенин поднялся из глубины народной жизни. Его жизненный путь был удивителен. Писать стихи Есенин начал рано, с 9 лет. В раннем детстве полюбил он родную русскую природу и воспевал в своих стихах страну березового ситца. Он чувствовал себя частью этой природы, поэтому как-то особенно светлы, чисты, мелодичны его стихи о природе. Зеленая прическа, сыплет черемуха снегом, нивы сжатые, рощи голы и другие. Мелодичность стихов Есенина привлекает много композиторов. На его стихи сложено немало песен. С детства мы знакомимся с его творчеством. Например, стихотворение «Белая береза под моим окном» удивительно легко запоминается и сразу делается как будто родным. Белая береза,
Москвой с деревни, юный поэт лелеет честолюбивые замыслы, но Москва не спешит признать его оригинальный талант, считая начинающим самоучкой. Путевку в жизнь дал ему Александр Блок. Он первым признал поэта, сделал запись в своем дневнике. «Днем у меня был рязанский парень со стихами. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные». А вот как об этом вспоминал Есенин. В Петрограде с вокзала отправился сразу к Блоку. Не помню сейчас, как мы с ним разговор начали и как дело до стихов дошло. Памятно мне только, что я сижу, а пот с меня прямо градом, а я его платком вытираю. «Что вы?» – спрашивает Александр Александрович. «Неужели так жарко?» «Нет», – отвечаю я, – «это я так». Хотел было добавить, что в первый раз в жизни настоящего поэта вижу, но поперхнулся. Потом начал читать стихи. Поговорили мы с ним не так уж долго, и такой оказался хороший человек, что сразу меня понял и похвалил мои стихи, назвал их свежими, чистыми, голосистыми, дал мне важные рекомендательные письма. Ушел я от Блока, ног под собой не чуя. С него до Сергея Митрофановича Городецкого и началась моя литературная работа. Так я и остался в Петрограде и не пожалел об этом. Нелегко приходилось поэту пробивать себе дорогу в литературу. Да, ему льстили, им любовались, но не как равным, а как чем-то экзотическим, чем-то вроде расписной дымковской игрушки. Это больно ранило поэта. Он бунтовал, спорил, доказывал, дебоширил. «Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост, за прощальной стою обедней кадящих листвой берез». Сам Есенин писал о своем творчестве. «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство к родине основное в моем творчестве. Природа всеобъемлющая, главная стихия творчества поэта. С ней лирический герой связан врожденно и пожизненно». Ой, ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кровный кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лег, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Этот образ яркой и звонкой России со сладкими запахами, шелковистыми травами, голубой прохладой именно Есениным был внесен в поэтическое самосознание народа. По-новому изображает Есенин небесные атмосферные явления, более картинно, изобразительно. Так ветер у него не космический, как у Блока, а живое существо, рыжий ласковый осленок, отрок, месяц, жеребенок, теленок. Есенин – создатель единственного в своем роде древесного романа, лирический герой которого – клен, а героини – березы и ивы. Береза во многом благодаря Есенину стала национальным поэтическим символом России. Другие излюбленные растения поэта – липа, рябина, черемуха. Пейзажные мотивы у Есенина тесно связаны не только с круговращением времени в природе, но и с возрастным течением человеческой жизни, чувством старения и увядания, грустью о прошедшей юности. Летевший топ по земле прибыл.
С братьями меньшими, песня собаки, собаки Качалова, корова, лисица. По выражению Максима Горького, есенинская поэзия природы выразила любовь ко всему живому в мире и милосердие. Солженицын писал, побывав на родине Есенина: «Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, и волнуюсь. Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на Окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь. Неужели об этой темной полоске леса можно было так загадочно сказать? На бору со звонами плачут глухари. И об этих луговых петлях спокойной Оки, скирды солнца в водах лунных. Какой же слиток таланта метнул творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского дрочливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько для красоты у печи, в хлеву, на гумне, за околицы, красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают. Секрет притяжения личности и поэзии Есенина – по сей день загадка для отечественных и зарубежных исследователей. Короткая, бурная и печальная жизнь Есенина многих поразила, и об этой жизни стали слагаться легенды. Эти легенды начали рождаться еще при жизни поэта, чему он сам много способствовал. Это странная и уникальная черта Есенина – легко входить в роль, подставленную литературой, и тяжело расплачиваться за нее в жизни. Сначала роль Херувима, пастушка, Леля, природного дитяти, 5 лет спустя – хулигана. Окрестив себя хулиганом, принимается хулиганить в реальности, и по выражению Владимира Маяковского «шумит в участке». Об этом стихотворение «Исповедь хулигана». Легенда, миф, творимый Есениным, имел глубоко русские национальные корни. Судьба Есенина – это судьба России. Радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси. Есенинское сердце, душа, отзывчивая на горе, умеющая воспринимать чужое горе как свое собственное, всегда кровоточили. Может, поэтому золотые крылья его пронзительной песни и не вынесли этой нагрузки любви и нежности. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы родним равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете в
все, что душу облетает плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, злотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.